Добрый день всем. Хорошего дня. Давайте посмотрим, что ожидает нас на следующей неделе, предстоящей неделе. Какие события? Новые события врываются. У кого-то мужская новая энергия врывается, новый мужчина. У кого-то новые перемены по работе, новые работы, предложения о работе, новое. Кто-то куда-то соберется и поедет резко. Еще такое может быть как вариант. У кого-то резкий переезд, резкая вот какая-то командировка, поездка, если по работе, да. А кто-то вообще захочет обновления. Вот обновление всего в своей жизни. Захочется резких перемен как-то. Вот такое веяние, вот такие энергии, с таких энергий начинается следующей неделе. Вот прям вот хочется свежего, хочется нового, хочется вообще чего-то обновленного, какой-то весны в душе, вот свежей такой струи, да, то есть вот все уже как бы и работа это как-то вам уже приелась, да, хочется, может, что-то новенького, скучно стало, новые проекты, у кого бизнес, там, какие-то новые идеи какие-то приходят резко, то есть вот приходят свежие мысли, да, как-то вот, и все это, знаете, на позитиве, на лайте, то есть это приходит мысли эти не от того, что вам вот плохо-плохо, да, и вот как-то, а у кого-то и так, да, то есть, если я так сказала, у кого-то и так. Это как в потоке, да, идет, значит, кому-то действительно в данный момент плохо. Вы чувствуете себя некомфортно на этой работе, вы чувствуете некомфортно себя в этих отношениях. Вы просто вот живете и думаете, ну, как-то я вот не так живу, как-то мне вот не по душе, хочется что-то нового, обновление, как-то вот по-другому жить, да, то есть более как-то радостно. И вот на этой вот ноте у вас появляются какие-то новые идеи, что-то вот новое, прям обновленное, вы какая-то вот изнутри обновленная, да, обновленная, смотрят ли мужчины, женщины, то есть и вот это вот у вас такое вдохновение, да, а в какой сфере больше всего? Ну, скорее всего, это в работе все-таки, скорее всего, это в работе идет, это идет обновление, то есть в бизнесе, в работе, скорее всего, тут, вот в вашей трудовой деятельности. Возможно, это связано как-то, вы решите даже вот развить, если у кого-то бизнес, да, вы решите развить это, как географию, да, расширить своего бизнеса, и будете думать о том, как, может быть, с зарубежными партнерами общаться, с другими странами, с другими городами. То есть расширить сферу своей деятельности. Возможно, у кого-то, вот если бизнес свой, да, у кого-то даже может быть какое-то как хобби увлечение, но оно приносит доход, вы тоже решите расширить границы. Вот будут приходить идеи, как это сделать. Так. А у кого-то, если в личной жизни мужчина, как-то на работе присмотритесь, обновленные как бы чувства, или посмотрите на это человека по-другому, уже присмотритесь, да, то есть не просто по работе, а вот как-то для личной жизни, то есть у кого-то из зоны бойфренд там был, или girlfriend, то есть из френд-зоны, то есть и может быть у кого-то на расстоянии тоже вы присмотритесь, вот так вот. Да, главное не впадать в зависимости, не впадать, вот, вы знаете, в такие вот чрезмерность, вот все вот, и не придавать вот слишком такой высокопарности этой ситуации, не слишком зависеть от нее, то есть делать что-то, но без ожидания такого красивого и мгновенного результата, потому что все, что приносит мгновенные результаты, это все вот как бы такое не от сильно хорошего. Оно как быстро пришло, так быстро и ушло, так и быстро сгорит. Поэтому двигаемся медленно, присматриваемся. Вот и карты нам об этом говорят. Двигаемся медленно, двигаемся быстро, но четко, но присматриваемся. И, в общем, медленно. Медленно, то есть движение такое не ускоренное. И у вас все получится. Все получится. Вы маг своей судьбы, да, то есть все получится. Если вы будете двигаться медленно, но наверняка шаг за шагом, то у вас все получится. И высшие силы вам в этом помогут. Главное не
со страстью, не придавать этому сильно такое значение, знаете, вкладывать туда всю энергию и ждать мгновенного результата. Нет, так не будет, так не работает, так быстро все сгорит и уедет обратно. Вот. А вот смотрите, там, если кого-то присмотрели в личной жизни, присмотритесь. А если по работе решили расширить, то поузнавайте, поузнавайте, да, там как-то отзывы почитайте, там где-то что-то, через какую-то информацию получите, через какой-то источник. То есть присмотритесь, это не сразу даст результат, то есть это только идея вот пока, да, там, ну, любая идея, она потом быстро развернется, успех вас ожидает в этих идеях, если в отношениях ожидает тоже успех, все получится. Ну, иначе просто вы знаете, как сами попадете в свои сети. Вот так вот по дьяволу магу, сами попадете в свои сети. Вот когда такое сочетание, это сами вы вот в свои сети можете попасть. Вот своих расставите, вы загоритесь, в эту идею все вложите и перегорите, понимаете? Вот, то есть, вот чем больше вы туда со страстью вложитесь, как бы перегорите этой идеей. Она вас только вот заберет энергии, да? Если вы будете вот прям вот быстро-быстро все, вот там сейчас мгновенно, сейчас вложусь, сейчас все заберу. Нет, вы перегорите. Вот. Поэтому присматриваемся. Мы получаем идеи, смотрим. И что, вот как просчитываем, да, там. Иначе просто с вами попадете в свои сети. Вот от этого разочарования, от этого искушения. Вот знаете, как бы вот, как бы, если отношения, то тоже как получится, как роковые по дьяволу там взлетели и все, и загорелось, и вспыхнули. Не надо, со страстью не подходим. Подходим медленно, четко, уверенно, расчетливо. Вот даже так, даже в отношениях действуем расчетливо. А что мне дадут эти отношения, да? Ну, они же меня как-то вот не трогали много там времени, да, или там эти идеи. А вот сейчас вот почему? Присмотритесь, посчитайте все, подумайте. Надо вам это, не надо. То есть идеи будут, но думаем, думаем, чтобы не было потом разочарования. Да, ну, скорее всего, это сила излишнего опасения. Но, тем не менее, надо присмотреться, потому что вдруг еще варианты есть, да, и вы не на тот поставили вариант, да. Вот, поэтому, как бы, ну, выходит, в общем, если будете все рассчитывать и присматривать, понаблюдать, то все получится, да, получится, да, конечно, получится все. Вы всесильны. Всесильный, кто меня смотрит, сильные все люди, готовые к бою, увлеченно так все, вот поэтому как бы тут и предупреждает, да, вы такой человек страстный, сейчас загоритесь, готовы ко всему новому, да, и принимать предложения все, готовы, но не надо, не надо быстро действовать, то есть, ну, как бы немножечко ограничить свою энергию, сверхэнергию, которая вот прям идет, 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 и по колеснице, по дьяволу, по магу, вот это прям вот горите, ну, как-то немножечко так попридержите коней. Так, если вот здесь еще вот по дьяволу и магу, да, и тут у нас еще вот король чаш вышел, ну вот как бы вот кто-то может использовать женщин, вот, то есть, как сказать, боитесь серьезных отношений, да, вот мужчины меня если смотрят, боитесь вы серьезных отношений, как бы больше используете женщин, используете, да, так вот, а потом предаете. Ну, не надо так делать. Вот. Потому что женщины привыкают, и вот такое вот, и все вот потом по дьяволу. Вот. А он потом тоже себе спрашивает, ага, должок за тобой. Поэтому тоже тут аккуратнее такое предупреждение от карты идет, если мужчина меня смотрит. Не надо сильно использовать женщин. Потому что потом, ну, как бы бумеранг никто не отменял. Вот, поэтому вот вам такое предупреждение. Женщина, если меня смотрите, да, то есть смотрите аккуратно, может быть, рядом мужчина вот так вот со страстью броситесь, будет просто использовать. Вот, да, такой вот. Несерьезный, несерьезный такой король чаш, артист. Нежный друг такой, он эмоции давит, вы знаете, манипулятор такой, вот то все вот как-то вот так вот помогу мне и дьяволу, и королю чаш, в общем, такое манипулярное, так, манипулятивное действие, чтобы получить результат, да, то есть такой на ушки льет там себе, вот, лапшичку снимаем и присматриваемся, вот это вот предупреждение такое, и в делах то же самое, смотрим,
присматриваемся, потому что то, что вам могут лить в уши, аккуратно читаем, что подписываем, какие-то договора, какие-то идеи приходящие, какие-то бизнес-партнеры приходящие, смотрим, присматриваемся. Это предупреждение для всех. Такое вот там. Потому что, скорее всего, там какая-то безответственность, вот как-то несерьезность, как-то все по лайту эти предложения, а потом как-то могут перенести переживания. Но высшие силы вам дают свою помощь, дают свою помощь, дают уверенность в себе, потому что вы хозяин своей судьбы, вы духовный человек внутри, кто-то, если, то есть смотря какие сферы, да, то есть вы не будете пренебрегать какими-то правилами, и все-таки все просчитается. Если смотрит меня женщина, то вы присмотритесь, вы очень такой человек прозорливый и далеко видите, и поэтому вы рассмотрите все мотивы мужчины, да, и мужчины, кто меня смотрит, тоже. То есть высшие силы вам помогут просмотреть эту ситуацию. И все равно будет по такому позитивному варианту. То есть вы получите желаемое. И все-таки союз, либо этот вы выведете на тот уровень, который вам надо, либо вытяните этот договор, да, там какой-то проект, или, ну, в общем, вы сделаете так, как вам надо. Высшие силы вам помогут увидеть тот или иной, допустим, обман, просчет, или где-то подкорректировать, да, женщины, кто меня смотрит тоже в работе, то есть, либо в личной жизни, вы сделаете так, чтобы вот этот даже мужчина-манипулятор, который хочет просто по лайту отношения, а это может привести к союзу и к браку. Вас не проведешь. Вы сильная женщина, вы сильный мужчина, кто меня смотрит, вас не проведешь. Высшие силы вам укажут на это все, и вы сможете сделать так, что вы победитель, вы хозяин своей судьбы. Главное, будьте уверены в себе. Возьмите все эти вот, все, что вы знания, качества какие-то, да, то есть... Все вот соберите в такую вот волю, кулак, и будьте более прозорливыми. Может быть, даже кому-то можно и обратиться вот, за какой-то там консультацией или что-то там. Ну, или включите какой-то ваш третий глаз, интуицию, чтобы рассмотреть. И все это может привести к замечательному результату этой идеи, к союзу, к браку. А кто-то выходит на свое предназначение даже, то есть что-то задумали, да, то есть высшие силы вам дают свет. Главное быть уверенным в себе, четко действовать с холодным расчетом и включить вот этот свой третий глаз, интуицию обязательно. Вот. И тогда что? Будет у нас тогда изобилие, встречи, выздоровление, исцеление, все будет хорошо, вы все всем справитесь, все, император, хозяин своей судьбы, все получится. И в социальной жизни, и планы ваши осуществятся, и мужчина будет по судьбе, который для жизни, если для женщин, да, и вы, мужчина, все совсем справитесь со всеми этими какими-то дьявольскими наводками, проводками. Все справитесь, все получится у вас. Вот. Главное быть уверенным в себе и действовать так, как велит интуиция, как правильно. Не сходите с правил, вот, не отходите от правил, не обходите закон, если в бизнесе. Четко следуйте всему, иначе это просто будет по дьяволу получение денег быстрых, но оно, ну, потом последствия. Поэтому все действуем по правилам, по духовности, по правилам, соблюдаем все. Вот баланс должен быть такой. И тогда все получится. Только действуем по закону, по совести, включая третий глаз и ваши вот... Ну, соблюдаем все. Все каноны договора, законов, все это соблюдать должно обязательно, чтобы получить позитивный результат. Будет мощная такая поддержка. И свыше будет поддержка тогда, если будете действовать по совести, по правилам, по законам. Будет поддержка свыше, и род, и дух все помогает. И будет тогда и здоровье крепкое, и потенциал мощный, и энергия. Все будет у вас вот на высшем уровне. Так, давайте спросим еще совет от высших сил, да, на неделю еще. Ну, мы, конечно, много уже советов надавали, но вот какой совет все-таки еще. Так, совет у нас такой совет. Как-то странный совет у нас.
Ну, опять же, вот совет остерегаться. Остерегаться предательств, остерегаться подставы какой-то. Петля, вот у меня выпала даже петля. Остерегаться, да, то есть могут быть какие-то ловушки, подводные камни, вот это остерегайтесь. Ну, в принципе, я об этом говорила, да, то есть если будете действовать по правилам, по совести, по закону, то есть если мужчина, женщина ведем себя прилично, я человеческим языком скажу, да, то есть ведем себя прилично, не просто используем, то вот по совести будете вести себя, то получится хороший союз, хороший брак, даже такой вот то прям для жизни. Если в бизнесе ведем себя честно, соблюдаем договор, закон, читаем договор, тогда тоже будет хороший союз партнерский. Женщины, кто смотрит, да, тоже присмотритесь к мужчине, включаем третий глаз, опасаемся предательств, измены, все по лайту, которых отношений они приведут к дьявольским потом зависимостям, и вам будет не очень потом хорошо. Если вы присмотритесь, будете вести себя адекватно, зная уже, как говорится, предупрежден, значит вооружен, то наоборот получите. То есть, допустим, не сразу идем там, бросаемся, да, в какие-то там отношения сексуального характера, да, так вот сразу же. Нет, присматриваемся, правила 3 месяца никто не отменял. Общаемся, присматриваемся, да, то есть есть такое, как 3 месяца, дружим просто, дружим, присматриваемся, не прыгаем сразу, смотрим, реально смотрим не на слова, а на поступки, да, то есть как человек действует, что он вам дает, а как вы с ним себя чувствуете, а хорошо вам, а сегодня позвонил, а завтра не позвонил, а почему? А что такое? Говорит, работа? Ну, нет такой работы, что вот если... Он же кушать не забывает, да? Он смотрит все равно на экран телефона, он кому-то отвечает, он на работе отвечает. А почему он не может вам написать там или сказать «доброе утро»? На это нет времени? Покушать есть время или там посмотреть погоду, природу там в телефоне, ну, я так образно, да, или написать другу, или сообщить кому-то там, позвонить, у него есть время, а всего лишь сказать «доброе утро», узнать, как у вас дела, у него нет на это времени. Ага, сигнал. Все. Значит, человек не сильно заинтересован, значит, он сегодня так, и не надо оправдывать, что вот у него времени не было целую неделю написать «доброе утро», узнать, как дела. Если человек заранее не сразу же на первом этапе уже этого не делает, не интересуется, или сегодня загорелся, там завалил чем-то, да, букетами, комплиментами, а пропал потом на 3 дня, звоночек. Смотрим, присматриваемся, и вот так 3 месяца, да, пригласил куда-то, смотрим, как ведет, что делает, как отвечает, как вы себя с ним чувствуете, вот такое вот, да, и мужчина тоже самое, присматриваемся, вот, и вот это правило 3 месяца, присматриваемся, присматриваемся, и не бойтесь, что убежит, и сейчас это все, нет, чем быстрее отношения загораются, тем быстрее заканчиваются, и смотрим, присматриваемся также и к партнерству, также к идеям каким-то, присматриваемся, узнаем, чтобы не было потом вот этого так мучительно больно и предательски, да, вот, нет, 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 оно если ваше, оно будет ваше, мужчина сделает все, чтобы быть рядом, да, и подарки, и узнает, как дела, и как вы себя чувствуете, как мне нравится фраза, я вышла замуж не за того, кто меня возил на лимузине, да, а за того, кто меня спросил, есть ли у меня сапоги на зиму, и что я сегодня кушала? Вот это да, вот это для жизни. Вот здесь вот сразу же. Вот это правило такое, понимаете? Некрасиво сразу же. Ой, там туда-сюда, ресторан. Да, там какая-то покатал на машине. И все, и думаете, вот, вот все оно. Нет, нет. Завтра он на этой машине катать будет другого. Не вас, да. То есть в ресторан поведет другого. Не то. А вот, да. Именно житейские. Что ты кушала сегодня, как ты день провела, как у тебя там дела, и что тебя беспокоит, да, что у тебя на сердце, что у тебя на душе, что ты любишь, да, там вот это все это. Они вот так вот смотрим. И правило 3 месяца не бросаемся, чтобы не было потом вот этих мучительно потерянных там, да. И будет тогда вот вам и счастье, и свадьба, и любовь, и деньги, и радость, и все, и новые чувства. Вот, перекрываем тогда это все. Перекрываем. Чтобы не было этих разрушений, а чтобы была вот свадьба и насыщение, новые чувства, мы ведем себя прилично 3 месяца. Вот. Ну, в бизнесе там, да, немножко по-другому, если кто-то работает, но тоже присматриваемся, читаем отзывы, да, там узнаем что-то, информацию, вот. Чтобы не было потом, чтобы вы понимали, что может быть измена, предательство, да, там, это подстава какой-то, да.
Вот. И поэтому присматриваемся, присматриваемся. Вот такой совет. Это даже может быть уже не на неделю, даже дней на 10, да, на какое время это вот такие советы. Потому что у меня такое ощущение, что вот расклад не только на неделю. На какой период вот так вот? Ну-ка, давайте спросим. Вы знаете, это даже вот кому как, смотрите, это и на 8 дней, это и на 8 недель, это и на 8 месяцев. Вот так. Если по бизнесу, понятно, да, там и все это. То есть правило 3 месяцев, да, если вот так пошла информация, это даже до 8 месяцев. То есть, если вы хотите серьезных отношений, там что-то по бизнесу, все, вот даже в течение, после 8 месяцев будет вот результат, вот такой итог будет, да. Но если мы соблюдаем все эти правила и смотрим четко, это на перспективу. Вот у нас опять получается. Получается, спрашиваем на дно, но как-то получается на более перспективные расклады идет. Такое то, что чую, что это вот даже не на неделю. А вот эти события на этой неделе, так скажу, оно приходит новое. Да? Мы спросили, вот у нас сразу же колесница вышла. Приходит новое. Приходят новые идеи о переезде, о там что-то, о новом мужчине, новой работе, новые проекты. Да? Они приходят на этой неделе, приходят возможности на этой неделе, да? Приходят мысли, приходят проекты. Что-то новое рождается в вашей голове, в вашей душе, в вашей судьбе, новое рождение. Но оно, видимо, раскрутка будет вот идти чуть ли не на год вот так, да? То есть 8-10 месяцев, вот около года. Вот так вот, то есть на перспективу. Тогда через 8 месяцев, да, мы получаем результат. Оно может у кого-то и раньше. Все же разные люди, да, смотрят не разные ситуации. Каждый свою загадываем, каждый свой получаем ответ на вопрос. Вот как-то так. Принимайте. Потому что судьбоносный получился опять у нас раскладик такой. Судьбоносный. Да, и будет вот вам вообще взаимная любовь, пара, хороший, надежный такой проект, хорошее, надежное партнерство, помощь. Ну, скорее всего, смотрите так. Партнерство, если смотрит меня мужчина, если по бизнесу, партнерство, скорее всего, получится у вас с женщиной. Вот присмотритесь, чтобы в партнерах была женщина. Скорее всего, это будет вам даже по судьбе и потом выльется во что-то такое, что вот союз, брак, прям вот реальный такой вот надолго. Присмотритесь лучше к союзу женщины. Это такой совет. Это будет такая взаимность, и в итоге это будет вообще даже чуть ли не семейный бизнес такой. Вот. Или какой-то проект у вас, и оно будет такое, знаете, даже, ну, скорее всего, все равно на бумаге будет закрепленный союз такой. Почему-то вам так захочется, я так это вижу. Вот. Вот с женщиной будет союз лучше, если смотрит меня мужчина. В плане того, что денег, бизнеса, там, партнерства, всего вот этого-то. Смотрит, если меня женщины, то, скорее всего, тоже присматривайтесь, чтобы начальник или как-то вот проект с кем-то, с мужчиной больше. То есть, такой противоположность полов должно быть. Вот. Оно будет больше успех приносить. Ну, будет, конечно, и с мужчиной, если так вот смотрит меня мужчина, да, тоже будет, но лучше, потому что вот это все, оно может вылиться в такое судьбоносное надолго и более принесет результаты такие, даже вот уже как-то вот по судьбе и для семейной жизни уже. То есть будьте прям вот какой-то семейный такой бизнес-задумка такая, проект какой-то, не знаю. Не все же прям вот именно там что-то связано, я не знаю, там бизнес какой-то связанный с металлолом. Разные же меня люди смотрят, разные проекты, кто-то услуги оказывает, да, там что-то. Вот союз женщины принесет, если мужчина смотрит больше результат, а женщина принесет союз больше результат с мужчиной, потому что потом выльется даже в союз, в семью. Принесет много денежек тогда, больше, потому что общая заинтересованность, и вкладываете как душу туда. Вот. Так, ну а если женщина смотрит для личной жизни, ну будет тогда взаимность, если будете вести правила 3 месяцев, никто не отменял, слышите, да, то есть смотрим, спрашиваем, что его интересует больше, не то, что вы в него там вот такая красавица села, мы сегодня красавицы, завтра проснулись не красавица, мы люди тоже, не на ту метлу села, не в ту сторону полетела, не с той стороны встала, там все. Вот, не с правой, с левой ноги, и все. И мы сегодня там не красавицы, завтра мы снова красавица, да? То есть мы обычные люди. И если мужчина хочет видеть вас только вот такой вот, да, и другой он вас не воспринимает, то это тоже не для жизни. Смотрим на это тоже. Вот. Смотрим, что мужчина куда смотрит еще тоже и в глазки, и в душу тоже, да? Вот. А не только на внешний вид, потому что мы люди, и мы имеем свойство как-то со временем тоже
так сказать. Ну, всегда, конечно, 16 лет и молодые, ну, смотрим здраво на эту жизнь. Вот. И тогда будет вот партнерство по судьбе, будет уже судьбоносное такое все. Вот. Да? Я правильно сказала? Конечно, смотрите, я беру другую колоду и опять то же самое. Просто вот беру вот так вот. И смотрите, то же самое на другой колоде. Тоже опять двойка чаш. Опять партнерство, счастье. Партнерство, которое приведет вас к счастью, к судьбоносному, к свадьбе, к расцвету, к удаче, к деньгам. Вот вообще, вот прям по судьбе. Вот вы смотрите, беру вот другую колоду и вот вытаскиваю вот те же карты подтверждения. Поэтому присматриваемся в личной жизни правила 3 месяцев, да, куда мужчина смотрит больше, в глазки, в душу, да, а не на грудь там какого размера, вот, да, и на перспективку, мужчина в бизнесе тоже присматриваемся, вот, и скорее всего, вот я сказала, больше партнерства, когда, если мужчина, если партнерство с женщиной приведет к судьбоносной, к свадьбе, проект расцветет просто, понимаете, когда, потому что искренняя любовь, тогда вот помните, мужчина, если искренняя любовь женщины с вами не за алчности, не за денег, оно расцвет, если вы будете баловать женщину, любить ее и беречь ее, вам высшие силы дадут еще больше. Вон они смотрят. Они смотрят, как мужчина относится к женщине. Женщина – это энергия, дающая энергия. И у вас будет прибыль, бизнес расцветет, вы в расцвете сил, понимаете? Вам Бог даст больше, чем вы вложите в эту женщину. Слышите? Да будет так. Вот. И я говорю правду. Вот, видите, у меня есть вторая колода, даже то же самое. И женщина, присмотритесь, не бросайте сразу же в омут с головой, и тогда будет вам счастье, партнерство, все будет настоящее, высшие силы, с помощью высших сил, с благословением высших сил, и они присматривают за вами. Вы под присмотром своего рода, вы под присмотром высших сил. За вами наблюдают. Вы уже много настрадались в этой жизни. Почему такое предупреждение идет от высших сил? Предупрежден, значит, вооружен. Быть тому, быть нашей жизни, счастью, радости и только добру. Принимайте с благодарностью. Пока-пока. Хорошего всем дня и хороших событий жизненных.